Это очень талантливо. Вторую часть надо раскрыть, потому что там барабаны появляются. Более ритмичная часть. Это очень талантливо. Там будет бэк очень высокий, тут наоборот не надо. Там скорее такое будет подготовительная пачка. Они сузились очень. Видите, там ноты не помещаются. Подожди, там было еще. Там еще одна должна была между выйти еще одна. Я думаю, это очень талантливо. А это? А мажор это? Я его не помню. Это прям. Дорогие россияне. Это очень талантливо. Вот даже ты сейчас сказал чуть менее талантливо, чем это. Still the same. Ну, очень, это первая версия была такая, но мы решили от нее отказаться. Очень похоже на Рахманинова немножко. Я рекомендую всем слушать перед обедом обязательно один раз. Во время еды один раз и после еды два раза еще. In a sad and now I can walk this land close to it. Стива. Мы выходим за рубеж здравого смысла.